Смотрите, вот что касается ситуации. Посольство сейчас, сегодня, выпустило пресс-релиз и разослало, может быть, до вас еще дойдет, на почту письма, где оно ставит в известность о том, что те, кто посещал или планирует до поездки в США посетить европейские страны, Китай, Иран, то он в течение 14 дней не может быть допущен ни в посольство, ни в США. Касается всех европейских стран, входящих в Шенген. Мы туда не попадаем. Что касается работы посольства, то оно будет отталкиваться от, так скажем, ситуации с коронавирусом в Беларуси. То есть, если у нас будут разрастаться очаги заболевания, это все пойдет каким-то карантинным мерам, там, закрытие, ограничение посещений, каких-то заведений, закрытие там, может быть, Беларуси или запрета белорусам въезда куда-то. Вот тогда только посольство может прекратить работу. Что касается въезда в США, сейчас просто будет сложнее подобрать авиабилеты. С учетом того, что Европу для Европы они как бы закрылись. Это если вот ближайший месяц, там на месяц это вводится ограничение. Что касается, как в посольстве выдают визы, то вот последние две недели у нас из человек 20 отказали только одной семье. Там сразу три человека было, по-моему, из 20. То есть процент достаточно хороший. И то, что люди сами приходили, рассказывали, что они видели. Достаточно хорошая выдача. С чем это связано? Связано с тем, что многие отменили запланированные те же полеты. У нас приходил человек две недели назад, кто-то у него из знакомых летел в США, говорит, половина самолета была пустая. Возможно, кто-то в посольство стали переносить или отменять интервью, да, записи вот на этот период сейчас. И в силу этого посольство, я думаю, в ближайшие еще как минимум пару недель будет очень хорошо выдавать визы. Потому что если они еще и визы будут плохо выдавать, то они вообще останутся без посетителей, понимаете? А Белоруссия на сегодняшний момент как раз-таки поставщик туристов. Если всю Европу они закрывают, то Беларусь остается как бы поставщиком туристов, покупателей билетов и все прочее, понимаете? Так что как бы вот пока у нас, даст бог, не будет каких-то неблагоприятных развитий, то я думаю, что зеленый свет для большинства посетителей посольства будет еще долго гореть. Пока что вот такая вот картина.